Слухи про то, что у Анастасии Волочковой якобы проблемы с алкоголем ходят давно. На помощь ей хотели прийти Екатерина Гордон и Лера Кудрявцева, но балерина не понимает, зачем им этот хайп. После очередной поездки балерины на Мальдивы в сети снова стали обсуждать Анастасию Волочкову и количество выпитых ею бокалов просекко. Сама артистка не видит в этом ничего дурного, по ее словам, в хорошей компании она может позволить себе немного игристого, но все в пределах нормы. Иначе как бы она давала свои благотворительные концерты уже на протяжении многих лет. Зависимость, да я дома у себя с бокалом дорогого просека и клубникой сижу. И это уже алкоголизм. Слушайте, бывает, хорошее настроение, друзья рядом, что в этом плохого? У каждого свой образ жизни. И мы живем так, как хотим, отвечает Анастасия Волочкова. Но тут в ситуацию вмешались подруги Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон. Зимой 2024 года они несколько раз публично обращались к Анастасии Волочковой, говоря о том, что хотят помочь ей и готовы оплатить врачей, в том числе психиатра. Эти слова задели балерину, которая в ходе шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1» решила ответить всем завистницам. Те, кто говорят про зависимость, все эти звездные подруги, уже просто не знают, чем привлечь к себе внимание. Видимо, их начинают забывать. И очень удобно докопаться до Волочковой в любом случае и любой ситуации. «Мне не интересно, как эти клуши живут. Помогите себе сами», — отвечает звезда. Во время общения с Александром Яковлевым и Антоном Демидовым балерина отметила, что она представляла Россию на лучших сценах мира, да и сейчас ее регулярно зовут на всевозможные выступления. Она регулярно дает спектакли в тысячных залах. «Когда со мной что-то будет не так, это заметит мой зритель», — резюмировала артистка. Звезда всегда смеется, когда ей приписывают какие-либо слухи. Она регулярно попадает в скандальные хроники, говоря о том, что любое упоминание ее имени сразу же повышает рейтинг передачи. В данном случае балерина попросила всех успокоиться и не критиковать ее.